Всем привет! Для всех любителей потаскать с собой зарядные устройства, очередной гаджет в копилку EDC, сборщиков металлолома и всего остального. Обычная электрозажигалка, которой можно распалить костер, что-то прижечь, ниточку какую-то там прикурить в походе, ну и которая имеет минимальный вес, минимальные габариты. В общем, погнали! Рассмотрим, какой кабелек. Ну, не сильно достойная, конечно, вещь. Маленький кабелек. Довольно-таки. На микро-USB. Прямоугольник. Довольно-таки легкий. Не знаю, ну может грамм 50-60 где-то. Теперь EDC-шникам будет попроще, а любителям походить с кучей гаджетов посложнее. Наверное, здесь можно пленочку снять, если она есть. А если ее нет, наверное, ее здесь нет просто. За такие-то деньги. Ну, костер развести, я думаю, хватит в лесу кому-то. Конечно, здесь пламени нет, и для того, чтобы термоусадку посадить, ее не хватит. Технологичное отверстие какое-то. Навряд ли это сброс. Хотя, кто его знает. Можно это проверить. Потому что на ключах всегда есть вот такая штучка. Нет, пустота. Просто технологическое отверстие. Но тем не менее, пластмасса. Навряд ли это магнит. Хотя это теперь тоже легко проверить. Нет, это пластмасса. Сделанный под золото. Ну, в общем, как-то так. Ну и как бы маленькое предупреждение для тех, кто захочет купить данную зажигалку. Заряжать ее лучше от компьютера, либо там от ноутбука, но ни в коем случае не от зарядки. Это пишет даже сам производитель на сайте. Так что всем удачных покупок. Подписываемся на канал, ставим лайки, добавляемся в друзья. Всем пока!